Всем привет, мои дорогие! Всем привет! Сегодня парфюмерное видео. Давайте поговорим про... Кстати, подписчики подкинули идею. Я не знала, что сегодня вам снимать. И, по-моему, такого видео у меня не было. Это ароматы экзотики, ароматы тропического отдыха. Это ароматы, конечно, ассоциативные. Возможно, ароматы вызовут у вас другие ассоциации. Но для меня это ароматы... чего-то такого, где-то, не знаю, Доминиканская республика, может быть, Бали, может быть, там, я не знаю, какой-то карибский круиз, вот что-то такое, вот, может быть, где-то в Азии, какой-нибудь там, не знаю, жаркий Сингапур или Вьетнам. Ну, в общем, короче, экзотические ароматы шикарного такого лакшери отдыха, ароматы, которые вызывают вот такие вот ассоциации. Что это для нас? Для нас это, для меня это фрукты, экзотические фрукты, папайя, манго, вот что-то вот такое желтое, сочное, какие-то экзотические цветы, может быть, там, не знаю, тиаре, франчипани, вот эти вкусы сладкие, такие сливочные, такие какие-то миндальные ароматы, вот что-то вот такое зелено-желто-цветочно-фруктовое. Определились? Как говорится, зафиксировали и поехали. У меня здесь несколько ароматов. Раз, два, три, четыре, пять. Немножко, семь ароматов. Так что мы с вами быстро справимся. Можно было бесконечно набирать, но я решила, что такие там на 30-40 минут видео нет смысла делать. Лучше коротко, но продуктивно. Итак, первый аромат, который я хочу вам предложить, это аромат «Река Сиам». Итак, я что-то сомневалась. Итак, «Река Сиам» — это река... По названию понятно, да, что это про Таиланд аромат. Вообще бренд Maison de l'Asie, это бренд, я, к сожалению, не познакомилась с создательницей этого бренда. Прекрасная девушка, прекрасная азиатская женщина. У нее ароматы все очень такие тонкие. У меня есть все пробнички, вот полноценный флакон. Я, конечно, вам про него расскажу в отдельном видео. Вот недавно была в Москве презентация, к сожалению, не смогла там быть. Но, в общем, в ЦУМе у них представлена вся линейка. Ну, а теперь про ароматы. Река Сиам. Пахнет аромат и зелеными нотками, и пудровыми, и такими ирисово, какими-то такими матча, может быть. В общем, много зелено-пудровых нот, очень красивый аромат. Вот я, знаете, я была в Таиланде, я бы, конечно, хотела бы, может быть, экскурсию по реке Сиам взять, да, покататься, посмотреть. Почему, интересно, автор ассоциировал нас именно с этим ароматом? Почему эти ноты она выбрала? К сожалению, у меня 23 апреля была презентация, и она приезжала в Москву. Это прекрасная девушка, и я вот с ней не познакомилась, но, может быть, когда-нибудь. В общем, это экстракт де парфам. Очень красивый аромат, очень комплементарный. У нее там в линейке, я не знаю, по-моему, 12, что ли, ароматов, что-то вот около того. Очень красивый дизайн флаконов, такой тяжелая такая золотая крышка, вот это все из камня сделано, невероятно красиво. Обратите внимание на Maison de l'Asie, просто не надышаться. Азия-Азия. Может быть, это какой-то фешенебельный отель, в котором вот есть спа. И в спа пахнет вот такими вот чистыми, красивыми, зелено-пудровыми нотами. Кстати, с этим ароматом я получала много комплиментов, потому что экстракт де парфам, потому что стойкий, громкий, очень интеллигентный, очень красивый. Вот у меня теперь ассоциируется с Таиландом. Интересненько, да? Давайте сразу же поговорим про Fragrance de Bois Oud Jun. Я буду делать видео «Самые дорогие, самые роскошные ароматы». Там я расскажу про Soltis и про этот аромат Oud Jun. Это чистая экзотика. Это чистый рай. Это что-то такое вкусное. Это сочнейшая манго, папайя, маракуйя. Все такое сочное, желтое, много желтых цветов, много желтых фруктов. Какой-то просто, знаете, такой замес невероятнейший. Девочки, 630 или 680 евро стоит флакон, 100 мл. Очень дорогой бренд, но очень красивый. Очень красивый. Я считаю, что вы должны просто обязательно с ним познакомиться. У них какая-то сейчас там вишенка вышла. Но аромата любовники попробуйте. Ароматы, посвященные городам моды. Нью-Йорк, Лондон, Милан. Потом есть... просто ароматы.
все очень красивые, но в ЦУМе они улетают на подарки, потому что идут в красивой шкатулке, выглядят, конечно. Вы знаете, вот Амуаш, к сожалению, потерял свой вот этот вот уровень. На их место, на место вот этого культового, да, бренда приходят другие бренды, и да, да, однозначно имеют на это право. Боже мой, как я люблю этот аромат, как я его люблю, какой он шикарный, я обожаю его. Так, возвращаемся к нашей экзотике. Пахнет экзотическими желтыми фруктами. Опять-таки, замешали все вместо сочнейший, просто очень спелый, очень сладкий манго, кислинка маракуйя, и все это в каких-то сладких таких цветах. Может быть, здесь еще есть какие-то такие, знаете, цитрусово-миндальные нотки, но они только немножко обрамляют. Вообще аромат такой прям сочный, вкусный, коктейль какой-то, выжимка фруктовая. Ой, я просто не могу им надышаться, девочки. Уда здесь как такового нет, хоть и называется типа желтый уд интенс, но здесь уда совсем нет. Я его совсем не слышу. Он есть в пирамиде, наверное, да, но он там где-то, наверное, совсем чуть-чуть. Если сказали просто древесные ноты в базе, я бы сказала, ок, согласна. Уд Жун, очень красивый флакон. Легендарный лакшери фрегранс, конечно, бренд, и я вам рекомендую с ним познакомиться. Также представлен в Москве в ЦУМе. Обратите внимание, вот, ну, по-моему, и в ГУМе он есть, в артикле, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, точно в ЦУМе у них прекрасный корнер с такой невероятно роскошной женщиной, такой, ну, девушка, можно сказать, консультант, такая прям она вообще все наизусть знает. Так, ладно, едем дальше. Акра, рейс. Прекрасный райс, это райс, это не про рис, это про кокос. Коробочка железная под гвозди деду. Что это? Это у нас, дайте нанесу немножко райса, немножко блаженства. Ой, видите, сразу солнышко появился райс. Райс это про, знаете, вот такой есть кокосовый ликер Батида. Кокосовый такой вот сладкий, вкусный. Вот здесь этот кокос, он не такой сладкий, он такой здесь немножко даже каким-то обрамлен, какими-то такими, более такими цитрусовыми, может быть, нотками. То есть это коктейль Батида взбитая, пина колада, просто пенка, нежная, воздушная. Кокос здесь идет, конечно, ваниль, кокос, они очень-очень-очень-очень легкие. Знаете, этот аромат, аромат абсолютного счастья, абсолютного блаженства. Я очень-очень-очень рекомендую вам познакомиться. Бейк мне тоже зашел, Хейс и Райс. Вот, есть еще ароматы Найт, по-моему. Короче, не буду сейчас, забыла. Но, в общем, бренд абсолютно для вас очень доступный. Продается в каждом ритуале есть. В черном флаконе там потяжелее линеечка, а вот в прозрачных мне прям все абсолютно нравится. Ну, в общем, обратите внимание, Хейс, Райс и Бейк. Бейк – это просто вообще новая гурманика. Там гурманика такая с цитрусами. Тоже так все это сделано легко, не напряжно, не сладко, а именно легко, красиво, элегантно, необычно. Прекрасный нишевый бренд, очень красивый флакон, вот такой вот с круглыми вот этими вот краями. Просто чудесно. Единственное, что вот у них стираются вот эти буквы. Прям полностью стираются, если вот вы... Потом можете читать название только внизу, да. Буковка А, Акро. Классный бренд. Рекомендую познакомиться, не стесняться. И начните, если любите что-то такое летнее, сладенькое, но такое не переслащённое, не пере, а недо лучше, то Райс. Если хотите какую-то гурманику такую, легкую такую, прозрачную, то Бейк. Если хотите зеленую такую коноплюшку с медом, то Хейс. В общем, классный бренд, рекомендую познакомиться. Я хочу вам сказать, что это один из лучших открытий прошлого года. Бренд Акро. Вот, кстати, у Сухарева Алексея на канале есть подкаст с Овелером, с Оливье Креспом, который является носом этого бренда.
Ну что, едем дальше, конечно же, Сиракуза от Гритти. Вы знаете, когда я этот аромат получила, я думала, ой, это, наверное, что-то акватическое, раз вот эта вот прозрачная их голубая линейка. Аромат Сиракуза, да, мы знаем, что такое Сиракуза. Сиракуза – это самая южная точка, самый южный город на острове Сицилия, Италия. Там, конечно же, жарко, там, конечно же, красиво, я очень хочу там побывать. Я была несколько раз на Сицилии, но до Сиракузы не доехала. Если вы посмотрите на картинки, там будет, знаете, вот это вот все в белом мраморе, все такое прям, ох, история, еда, люди, Италия, архитектура, вот эти вот все, 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 что я люблю. Итак, возвращаемся к Сиракузе. Сиракуза – это один из моих любимейших сейчас ароматов у бренда. Почему? Потому что на самом деле кто-то пишет, что мылит, мне не мылит абсолютно. Я здесь слышу экзотические фрукты. Здесь, кстати, в линейке есть солнечные лучи. Вот как хотите, так и понимайте. Солнечные лучи. Здесь красивые цитрусы. Здесь я, кстати, про него даже пост небольшой написала. Хотела вас именно к Сиракузе подвести, потому что Сиракуза невероятнейший аромат. Обратите внимание, еще их на них супернову. Классно. Но это если нравится, конечно, Ганимед. Итак, здесь миндаль. Буйство белых цветов. Здесь цитрусы. Взбитые сливки и солнечные лучи. Вот так вот. На самом деле, вот про это просто пирамида. Сейчас я вам расскажу, что слышу я. Вы знаете, мне папа ходил в море всю жизнь, и он привозил из Африки какие-то экзотические сувениры. Это могли быть маски из дерева, это могли быть фрукты, это могли быть какие-то предметы. И вот не знаю, как это связано с Африкой, но вот этот вот экзотический запах этих вещей, этих предметов у меня въелся на всю жизнь. Это был праздник для нас. Это были какие-то всегда невероятные подарки. Это могли быть ручки какие-то, там, я не знаю, канцелярия. Что-то такое вот, ну, пахло вот этим. Вот, я не знаю, может быть, это какой-то запах масла, потому что, ну, как-то все пропитывалось, эти предметы пропитывались этим запахом. Какие-то масла, они сладковатые. Сладковато-миндально-фруктовые. Боже мой, я обожаю этот аромат. Очень красивый, очень лучший. Я не могу. Если мне аромат нравится, меня вот так вот прет. Я не могу выделить и этот лучше, и этот лучше, и этот лучше. Он просто действительно очень красивый. Да, мне у Гритти много чего нравится. Конечно, и старичков мне нравится, и туту, и макраме, и, господи, та же Адель, ничего такой аромат. Из новинок Because I'm Free. Прекрасный аромат в красном флаконе, шикарный. Вот, Супернова, опять-таки. Обратите внимание на Монику и Истерику. Но они еще не вышли, но выйдут. Ой, Сиракуза, класс, класс, класс. Отвезите меня кто-нибудь на Сиракузу, пожалуйста. Я очень хочу. Я этот аромат с собой возьму. В общем, Сиракуза – это экзотика, да, пахнет фруктами, пахнет миндалем, пахнет счастьем, пахнет радостью. Не совсем бы я сказала, что это про Сиракузу, как по мне. Ну, итальянцу Луке Гритти ему виднее, хотя он сам из Венеции, по-моему. Девки, это все, это просто, это рай. Это чистота, это что-то вкусное, миндальное, сливочное, взбитые сливки и немножко каких-то цитрусов. Вот, классный аромат. Посмотрите, как красиво у них все оформляется всегда. Обратите внимание, дайте аромату раскрыться, поносите его немножко. Вы можете, конечно, нанести на блотер, но это не то. Я люблю все-таки аромат слушать на руке. Опять-таки, повторяюсь, если любите а-ля Ганимед, то Супернову обязательно попробуйте. Так, вы, наверное, не ожидали, а это вот что у меня. Это Ананда от Миколев. Я считаю, что это супер-супер экзотический аромат. Столько экзотики. Да, это старый аромат. Боже, какой он классный. Как, сколько здесь экзотических фруктов, сколько здесь секса, я бы сказала. Такой, знаете, вот он прям, знаете, его нужно наносить блондинкам таким шикарным и прям шлейф, чтобы много шлейфа было. Тогда все будут штабелями ложиться, потому что штабелями или штабелями? Штаблетами будут лежать, потому что это так красиво, это так вкусно, так сексуально. Аромат, по-моему, не помню какого года. 5-го, что ли? Ему очень много лет. Ему там 15-20 лет уже этому аромату. Это один из самых популярных ароматов и любимых у меня от Миколев, Ананда. У меня есть Ананда Дольче еще.
маленькая, 30-ка, это соточка. В общем, это любимейший аромат, я рекомендую вам его обязательно, если попадется вам по хорошей цене, может быть, какой-то будет вариант. Ананда Дольче, это вау, это такая экзотика. Это, блин, ну, сейчас, конечно, очень много классных ароматов выпускают, но когда, видимо, он вышел, мне кажется, он опередил свое время. Я не помню, в каком году вышел, может быть, в 10-м, может быть, в 5-м. Давайте посмотрим. Я помню, что он очень-очень-очень много ему лет. Я всегда его хотела. Вот он у меня сейчас есть 1,5 года. Я иногда к нему прям... Он мне так настроение поднимает. Он про экзотику, он про фрукты. Ананда. Сейчас посмотрим, какого года он. Слушайте, ну он, конечно, дорогой. Да, он не дешевый. Даже несмотря на то, что это не новинка. Фруктовый, сладкий, желтые цветы. Я сейчас вот пудровый, цветочный, белоцветочный. Ну итак, в каком он году вы та-да-да-дам, барабанная дробь. Ну, я не могу найти, в каком он году-то вышел. Слива, груша, лимон, черная смородина, мимоза, жасмин, роза, ваниль, мускус. В 2005 году, 20 лет аромату, вы не поверите. Ну, слушайте, а если мы жадор возьмем? Жадор, мне кажется, еще больше. Аромат Мюглер Ангел тоже еще ему дольше, а они все равно выглядят и слышатся актуальными на нас. В общем, девочки, Ананду очень сильно вам рекомендую. Господи, где же название? Ананду вам сильно рекомендую. Если все надоело, хочется чего-то экзотического, хочется чего-то вкусненького, такого вот прям, знаете, вау, он и стойкий, он и шлейфовый, он прекрасный. Есть Ананда еще в черном флаконе, но она тоже прикольная, но она такая попроще, мне кажется, вот это круче. И есть еще Ананда Дольче. Тоже неплохо, но оригинальная Ананда, она самая лучшая. Ананда Мананда. Ананда. В общем, Ананда крутая. Ой, я не знаю. Если вы с ним не знакомы, он вас очень сильно порадует. Так, едем дальше. Еще один. Ну, не могла не взять я, конечно же, Амуаш в эту. Хотя на Амуаш я очень как-то немножко подразочарована. Все, что новое выходит, все как-то слабо. Ну да, Honor они перевыпустили. Кстати, есть видео на канале про новый Honor. Он, да, он заслуживает вашего внимания. Но сложно было Honor испортить. Вот. Guidance. Скучно, девочки. Новый вот этот Delight. Прикольно, но опять скучно. Нет вот этого вау, который ты ждешь от Амуаша. Это аромат счастья. Это Sunshine. Ой. Полфлакончик у меня. Я думаю, что мне надолго его еще хватит, потому что я редко к нему как-то возвращаюсь. Да, это аромат миндальный. Сладкий аромат кожи, который, знаете, намазали миндальным маслом, и вот вы на солнышке поджариваетесь где-то под пальмами. Почему-то мне все время Доминиканская Республика вспоминается, эти высоченные пальмы, жаркое-жаркое солнце, раскаленная кожа и вот этот миндаль, сладкий миндаль. Очень люблю аромат этот. Он такой вкусный, он такой теплый, он такой позитивный, он такой прям вот аромат солнца, аромат рая, аромат отдыха, аромат загара, аромат романа, такого какого-то, знаете, вот роман под жарким солнцем. Помните фильм «Бассейн»? Вот они там загорают, около бассейна этого лежат. Уже какие-то начинаются сгущаться тучи над ними. Ну, вот какой-то легкий момент рая. Вот этого солнышка. Прекрасный аромат. Сюда бы, конечно, классно пошел бы Брэкен. Но я, к сожалению, его продала. Очень сильно о нем жалею. Иногда вот делаю импульсивные поступки. Мне кажется, тут уже ну, наигралась. Зачем мне? А потом вот оно, знаете, лежит, душу греет. Вот. Ну, в общем, да. Сюда бы еще Брэкен хорошо бы пошел в эту нашу подборку. Это аромат папоротника, джунглей. Вот такой экзотики. Вот. Ну, Саншайн тоже. Обязательно себе прикупите. Это классический, классный амуаш, который сейчас он уже... Они не способны что-то делать классное. Да, они приглашают Квентина Биша, они приглашают, наверное, каких-то еще крутых парфюмеров, но не выходит каменный цветок у них, не получается. Неплохой у них табак вышел в опусах, или мужской, или в опусах, не помню, какой-то у них табачный неплохой аромат вышел, но стоит как крыло самолета. Последний аромат в этой подводке. В этой подборке последний аромат, это будет Эллока, моя любимая. Я мечтаю об аромате красной, это камелия. Но мы будем сегодня говорить про Poème de Sagano. Это бестселлер бренда.
Вот такая у меня тут история. Видите, даже тут нарисован у нас папоротник. Нет, бамбук. И, конечно, мы сейчас с вами разберемся с этим ароматом. Аромат, вот флакон выглядит достаточно, я его еле держу, настолько тяжелая крышка. Крышка весит тяжелее флакона. Очень красивая тяжелая крышка. Аромат чистый, зеленый, красивый, про... Тут, мне кажется, я эвкалипт, и мята, и матча вот это вот. Сейчас я почитаю вам про этот аромат. Вообще вся линейка прекрасная у бренда ЛАК. Ну, камелию я обожаю, я очень себе хочу камелию, но пока как-то вот так. Итак, есть в этой линейке мелодии де Алтай. Де Алтай, интересно. Анималистический инстинкт, боже мой. Интересно. Леттер де Пушкар у меня был в Атлеванте, тоже классный. И вот поэма де Саган у меня был в Атлеванте. Значит, что у нас здесь? Мята. Смотрите, значит, цитрусы, бергамот, грейпфрут, юзу, нано-мята, эвкалипт, матча, чай, чай матча и бамбук. Невероятно красивый тоже азиатский аромат. Он такой вкусный, он такой, знаете, он это какая-то поэзия, это откровение, это катарсис. Я его очень люблю, я им вообще не пользуюсь. Мне хочется, чтобы просто вот остаточек у меня был просто как произведение искусства, но иногда да. Он и сладковатый, он и зеленый. Он про, конечно, про путешествие куда-то тоже, или в Африку, или в Азию, где-то, где какие-то такие бамбуковые джунгли. Тоже красивый аромат. Ну, в общем, вот такая вот подводочка у меня, девочки, для вас была. Подборочка. Какая сегодня? Я сегодня все слова путаю. Ну, извините, почти больше 2 часов прямой эфир был, и сразу же вам делаю видео. В общем, вот такая вот красота ЛАК. Обратите внимание на их красную камелию. Ну, это аромат для свиданий. Я как-то ходила в ЛАК на свидание, и молодой человек сказал: «О, как от тебя пахнет вкусно, что это такое?» Я говорю: «Ты не знаешь, ты точно не знаешь». Вот, поэтому ЛАК для свиданий, а вот поэм Сагану – это для себя. Для, знаете, для вот такие ароматы счастья, я их называю, ароматы, которые вас переместят куда-то в какой-то зеленый лес, в папоротники, куда-нибудь в джунгли. Ну, в общем, такой, знаете, ароматы телепортации, да, которые вас вот куда-то раз и унесли в другое пространство. Я, конечно, очень-очень-очень-очень стараюсь от ненужного избавляться. Ну, что-то вот я не могу, например, избавиться никогда в жизни, да. Какие-то ароматы, ну, вот они для меня много чего значат, я не хочу их продавать. Боже, девочки, Миколев... Можно я сегодня буду в Миколеве? Вот, поэтому что-то, да, что-то, конечно, я разряжаю свою коллекцию, потом о чем-то жалею, о чем-то даже не вспоминаю. Если бы я этого не делала, то, конечно, ни на что бы не хватило места. Вот, так что, если вас какие-то ароматы интересуют мои, вы можете всегда обратиться ко мне за Атлевантом. Или, возможно, да, там предложить какие-то другие варианты, допустим, что-то вам хочется. Я знаю, что некоторые ароматы сложно найти, некоторые ароматы вы просто не знаете, не слышали про них ничего и попробовать вам негде. Я все это прекрасно понимаю. Ну что, мои дорогие, я вам желаю всего самого наилучшего. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Я бы вас тоже попросила бы, если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, если они вам приносят радость и удовольствие, не могли бы вы мои видео рекомендовать своим близким. Я очень не хочу 100 тысяч подписчиков, пожалуй. Ну, неужели я не заслужила за больше 10 лет на YouTube? Ну, это же несправедливо. Я же стараюсь. Да, я бываю там где-то и с вами там где-то гавкаемся, но и тут же меримся. Мы же отходчивые, мы же добрые. Добрые, добрые, мы с вами добрые. Все, люблю вас, целую. Вот такой вот парфюмерный небольшой видосик получился все равно на полчаса, да? Будем резать, будем резать. Все, пока. Напишите в комментариях, какой для вас экзотический аромат вашей коллекции. Может быть, что-то, чего я не знаю, мне будет интересно. Пока-пока.